Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова я, Майнкрафтер The Master. Так, ну еще Лина. Всем привет! О, нам там, кажется, плод ломают акулы. А, нет, их нет. Акулы ломают плод. Показалось. Это у меня было этот... Короче, чуваки, я тут 3 часа записывал бункер, а в это время Лина фармила ресурсы. О, ломает, почти сломала! Да, я что-то увлеклась, короче. Да, Лина все 3 часа просто... Она сказала, я не буду развиваться, буду просто фармить ресурсы. Она такая, вот. И я только прихожу, а тут вообще-то, вы посмотрите, что здесь просто она нафармила. Фармила. Это жесть. Сколок. Просто смотрите, сколько досок она фармила. Тут вообще жесть. Типа, еще она гвоздей нашла. Что там, что пластик, смотрите. А еще у меня, короче, был дождь, который длился 40 минут. Акула. Был звук такой. Тум. Вот она. Чертила. А ну сюда, собака сутула. На, копье под конец кинул ей. Так, давай наверх. Так, ну раз у нас столько много ресурсов, то пора, наверное, прокачать нашу лодку. Да, надо бы. Так, хорошо, с чего бы начать? И гвозди-то нашла, я смотрю, да, типа, нифига. Да. Так, ну для начала, раз у нас есть теперь гвозди и деревяхи, я могу скрафтить нам какахи. Кого? Ну, какахи. Я еще, смотри, маленький рюкзак нашла. Ну зачем он нам, если у нас есть крутые? Да, нифига, то есть что он? А, ну, наверное, да, наверное, не нужен. Ты с подаркой нашла. Еще я нашла, смотри, вот тебе. Ты любишь пряников, я слышала. Вот. Пряничный дом нашла? А зачем? Мне просто, чтобы деревня лежала. Да, ну можешь обратно мне скинуть. Ну ладно, пофиг. Пусть лежит. Короче, давай сделаем, знаешь что? Во-первых, я хочу сделать кое-что полезное. У нас есть эти металлические запчасти находила? А, вижу. А, там дофига запчастей, можно их перекрафтить, если надо. Да, давай перекрафчу немного. Не буду все перекрафчивать, пока оставлю, вдруг пригодятся там еще для чего-то. Так, хорошо. Давай сначала сделаем так, чтобы у нас был большой склад. Так, давай. Ну ты вообще неплохо так пофармила, вообще, я даже сказал, отлично. А я просто сидела, смотрела стрим, короче. Вот. Че, смотрела, и кого? Мою я открыл смотрела. Пачку гвоздей, мне упал один гвоздь. Хороший. Ладно, тут 20 вот гвоздей тебе, есть. Вот тебе новая пачка. А, ладно, не нужна. Тут 20 гвоздей было. Ой, просто. Блин, я пачкой гвоздей нажала по сундуку, и пачка гвоздей открылась. И сколько гвоздей выпало? 16. Блин, как ты... Не один. Ну ладно, ты просто более везучая. Лаки-лаки. Лаки-лаки. Лакисма. Так, хорошо, Кисма. Сейчас покажу тебе чудеса технологий. О, кайф! Только что я кайфанула жестко. Кайфанула жестко, да? Ой, и сразу я мусор жестко. Закидывает, нож даже скинула. Ой. Да, нож, сразу пакеты, где здесь есть место для пакетов. Зачем? Типа, я просто скину все нафиг, типа, да, подумала. Извините, я на радостях что-то это... Забыла про сортировку. Первое правило какое в нарафте? Не забывайся, сортировайся. Не стесняйся, сортируйся. Да, не стесняйся, сортируйся. Вот здесь этот... Давай, сортируйся, Кисма. Я пока тоже отсортирую все доски. У меня тут все... Отсортировано было. Да, хорошо. Потому что, наверное, места не хватало, да? Типа, у тебя не оставалось выбора, кроме как отсортировать. Да, да. Не, потому что ты сказал, что-то ты много нафармила, и я подумал, ладно, займусь сортировкой. Так, смотри, я сейчас сделаю еще один столб, на котором будет держаться крыша. Отлично. А ты видел новшество, которое я вела вот здесь вот? Какое? Ну, где ватер пьешь, короче, теперь можно... ну, теперь 3 крыши, короче. Так, а интересно, ты у меня в Дискорде громкая или тихая? Чуть потише, сделай тебя на 100%. Вот. Да, вы не обращайте внимания, что звук может быть чуть хуже, чем в той серии, это Дискорд. Да, мы перешли в Дискорд, потому что TeamSpeak задодосили. Какие-то гады додосят мой TeamSpeak уже второй день, я пишу в техподдержку, потому что он должен быть задосит. А погоди, что ты сверху сделала, погоди? Вот здесь, смотри, теперь 3 ступеньки. А, ну ладно. А не одна. Хорошо. Так удобнее гораздо. Пусть будет 3, мне все равно в целом. Так, хорошо. Должен был сказать, молодец, Кисма. Молодец, что бы мы делали Кисма. Без дополнительных 2 что ступенек. Что бы мы делали без дополнительных 2 Кисм? Бурмерф-мерф. 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 Так, давай подумаем, что нам вообще нужно дальше крафтить по рафту, раз у нас теперь так много ресурсов. Так, вообще, ну, бочка, наверное, не нужна деревянная для воды. Это уже, ну, типа, ненужная штука. Да, у нас уже деревянный табурет, хватает. Простенький табурет не нужен. Инженерный стол. Вот инженерный стол звучит достаточно интересно. Импровизированная печь, стул, кухонный стол. Ну, кухонный стол, кстати, не так дорого крафтится. Может, хочешь, я кухонный стол с женщиной сделаю? Себе сделай, женщина. Демо-хозяйка. Это ты про меня? Я не понял, мужик. Ты мужик. Мужик, у тебя какие-то мужицкие проблемы, мужик? Ты хочешь разобраться по-мужски, мужик? Ты хочешь разобраться по-женски, женжик? Вжик-вжик, ты больше не мужик. Вжик-вжик, ты больше не мужик. Я мужик. Ты мужик? Ладно, хорошо, мужик не будет. Начали сразу с козырей с интеллектуальных разговоров. Да, это наша фишка наших приключений. Вот ни у кого вы больше, я могу ручаться, не увидите такую херню, как у нас. Такие высокие... Да, вы можете просто сидеть, знаете, на фоне, ну,
смотреть и не бояться, что вы что-то пропустите, тут ничего не происходит, потому что умного. Смотри, не из говна и палок сделал. Но из говна и палок тоже сделал, не переживай. Чего, ты зря пластик фармила? Если так. Не сделаешь, то все. То мне будет жесткий пламенный привет. У тебя будет жопа. Жупа? Жупа. А, у нас не так много лоскутков, но ничего. Опа, сюда. Сюда. Чего, не так много? Это не так много? Это мало? Сделай лучше этот мусоросборник. А для этого нужны шнуры. Ты шнуры собирала? Акула плывет, акула плывет. Разберись с ней, мужик. Нет, у меня доски с собой сейчас засырятся. Я могу забраться тогда. А, ну ладно. Блин, ну зря я ее... Надо их, короче, не добивать. Но чтобы они как можно дольше трупы их висели, мне кажется, это будет офигенная тема. Сильная жажда у меня, кстати. Пойду попью. Пойди попей. Я только залила водичку. Я зашел, да нет, это уже питьевая вода вся. Капец, меня как будто бы слегка подмаргивает. Ну, говно и дерьмо, шейдер. Ой, блин, я спрыгнула, мне какое-то говно и дерьмо в инвентарь прилетело. Это я его выкидывала, да. Жесть. Кисма, ты собираешь новые ресурсы? Это была ловушка. Ну все, я плыву тогда за бревнышками. Ты даже металл нашла? О, это хорошо, кот. Металл. Есть металл. Металл. Ты... Металл всему голова. Понятно. Что, не так, что ли? Так, я тут кучу бревнышек нашла. Нифига себе. Миллион. Ты к родственникам взял? Бур-мяу-мяу. Ты сейчас отправишься плавать к акулам. Ой-ой-ой, кот, я пошутив, кот. Посмотри сюда, смотри, что я сделал. Смотри, вторую полку зацени. Ты видишь мой злой взгляд? Нет, кот, не смотри на меня так злостно. Злой взгляд, ты видишь мое копье? Кот, ты видишь мое? Ты видишь мое, детка, ты хочешь посмотреть на мое копье? Чувак, ты сейчас присядешь на мое копье. Я не шучу. Это угроза или предложение? Ладно. Так. Ну, видите, чуваки, ну, сами подумайте, два человека живут в море. Ну, на рафте, да, вот, типа, ну... Ну, да, они, типа, сходят с ума, это нормально. Да, мы отыгрываем полный ролл-плей, понимаете? Типа, двух людей, которые остались в море надолго. Мы реально тут уже сходим с ума, это, типа, это факт. Смотри, я 40 бумажных пакетов высушила, типа. 40 бумажных пакетов высушила? Нифига себе, это сушилка. Да, сушилка, да. Я думал, ты не сушисма, а ты сушисма, оказывается. А ты моя сушинка. Ты моя шушинка. Что-то акулки-то не приплываешь, чтобы их замочить, понимаешь? Они тебя испугались. Они просто увидели меня и мой огромное копьишко. Копьище. Копьище мое огромное. И такие, о боже, какой мужчина. Убери, я хочу от тебя сына. Да я думаю, акулы так и думают. Так, смотри, видишь, что я сделал, кот? Вау, теперь у нас это не выглядит как этот, как бомжатник. Ну теперь это у нас выглядит как бомжатник плюс. О, дождь начался? Хорошо, что звуки дождя я выключил. Так, хорошо, что нам вообще с тобой нужно скрафтить? Давай подумаем. Нам нужно с тобой сделать инженерный верстак. Для этого нам нужно простые детали. Вот, и металлические части, их нужно дофигища, если честно. И для этого нам вообще, наверное, понадобится кузница какая-то, деревянная наковальня, вот она. Деревянная наковальня, общая, ну тут можно делать стальные листы. Что думаешь насчет, типа, длинной такой дороги и мусоросборников по ней? Ну это хорошая идея, но для этого нужно много шнуров. Я все наши шнуры, которые были, уже израсходовал, типа, все, шнуров нет. Шнуры, которые, типа, лоскутки? Не-не, шнуры, которые нельзя скрафтить, они только в воде выпадаются. Такие нужны, что я говорю. Ё-моё. Так, хорошо, нам потребуется сейчас сделать деревянную наковальню. Деревянная наковальня? Это звучит ужасно. Почему? Деревянная наковальня. Ну, блин, что есть, то есть, извините уж, что, типа, других наковален нет. Так, большой лист находила металла, хорошо. И сейчас деревянная наковальня уже практически готова. Осталось только 4 доски взять. Раз, два, три, кисма. Бурмя! Кот, что с тобой? Почему ты постоянно злишься из-за чего-то? Вы увернулись от наказания. Так, погоди, знаешь, что сделаю? Сушилки-ка я сломаю. О, смотри! Сушилка. О, деревянная наковальня. Балдеж, мужик. То, что нужно, да? То, на что стоит тратить доски, знаешь, типа в этом, в посреди моря. Так нет, ну нам нужна наковальня, мы без наковальни не можем ничего сделать. А зачем нам в море нужна наковальня? Ну, не знаю, чтобы наковать. Вот, теперь мы можем сделать металл. Ой, погоди, возможно, мы можем делать металл по-другому. Ой, мы можем сделать металл? О, мы теперь можем делать металл из стальных листов. И дофига, можем делать. Наковальня топ, ладно, я беру. Ой, сидела, тут выпендривалась. Ну, типа, это была старая я, то, что говорила. Так, возьму один большой лист и один маленький лист и сделаю из них кучу металлических запчастей. Раз,
2. А теперь нужно сделать 6 для инженерного стола, более крутого. Прикинь, у нас будет инженерный стол. Нужно 6 листов бумаги. Нужно 4 простых детали. Одна простая деталь делается из двух металлических частей. Раз, два, три, и еще одна нужна, то есть надо ищет какую-то металь достать. А можно вот банки, которые я собираю, вот с начала игры такие, типа, консервные, можно что-то с ними сделать? Из них там делается что-то, металлический мусор какой-то. Так, смотри, значит, что нам нужно? Я сделала 3 блока крыши. Так, ладно. Посмотри, я добавила немножечко зелени в наш интерьер. Круто, круто, кот. Красиво. Круто. А так она так не высохнет, кстати. Когда она друг на друге, она не сохнет. Так, смотри, сейчас я буду делать инженерный верстак. Вау. Я крутой, да? Я крутой, скажи. Звучит так, будто ты будешь сам на нем крафтить всякое. Да, но это уже последний уровень верстака, кстати. Вроде лучше верстака уже просто нет. Ну мы с тобой крутышки. Так, все, ставлю инженерный верстак. О, фига, он сосочно выглядит, кисло. Тогда нужно предыдущие кикнуть. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Ну тут, ой, рулевой штурвал. Основа для лодки. Деревянный ящик. Большой вместительный ящик для компактного хранения различных вещей и материалов. Чего? Деревянные колзы. Подставка какие-то в виде... лютые приколы. Подставка в виде бруса на ножках, сбитых крестовин, предназначена для распиливания бревен. Чего? Это можно будет ездить на вылазки, на острова, поняла? И бревна оттуда вытаскивать, а потом здесь их распиливать на доски. Жесть. А что, острова существуют? Да. Даже аборигены и мобы можно делать. Только нам нужно сначала сделать основу для двигателя. Рулевой штурвал, двигатель там, знаешь. Ну ничего, типа... это все не за горами. О, плавник. Надо как раз таки захотелось акулкой перекусить. Опять? А нет, это я сам себя копьем попал. Хорош. Мой уровень владения оружием. Ну, нормально. Так и вообще-то меня батя учил, не надо. Не надо мне тут смеяться надо мной. Ты ну, кем смеешься вообще, ты хоть понимаешь, женщина? Извините. Хозяин. Вот так вот нужно, это типа... Хочу. Что? Ничего. Вот так вот нужно с... Хочу. Чего? Это я теперь уже слышал. Не понял, женщины, что происходит? Что? Что это я слышал, типа? Что вам что-то послышалось, хозяин? Ну да, ладно. Ничего, походу показалось. Да я все слышу! Ты что, нарываешься? Женщинина. Хозяин, вы о чем? Хозяин, что-то не так? Да, вам что-то чудится? Нет. Может быть, вам полежать? Полежать, да, я думаю, мне нужно полежать. Отдохнуть от этого... Ой, погоди, у нас еще есть очиститель биотоплива, а зачем он нужен? А, устройство для переработки снопов водорослей в биотопливо, пригодное для использования в двигателе. Капец, у нас тут крафтов кисма появилось. Сшить полотно, используя нитки и иглу, можно сшить тряпки в единое полотно, а зачем? Так, ну больше у нас инженер? Дальше инженерного стола у нас нет. Вот, думаю, теперь нам нужно заняться, ну вообще... Ланчбокс! Давай, да, я думаю, для начала нужно будет построить рулевой штурвал, потом основу для двигателя, там нужно очень много остальных листов, которые я потратил на, ну... На верстак. Да, на инженерный стол, причем ну, тут нужно прям их дофига реально. Так, хорошо, Кисма, смотри, что у нас вообще, у нас есть в перспективе, типа, крафт, ну, хорошего ящика? А какого хорошего? Ну, типа, деревянный ящик для хранения различных вещей и материалов, которые... Или, ну, его нафиг, я лучше сначала скрафтить рулевой механизм, двигатель, ну, там... Ну, слушай, да, у нас вот такие... Или ты имеешь в виду, которые вот... Которые у нас стоят в стенках? Не, которые у нас стенка, это нормальная тема. У нас, типа... Ну, вот, можно таких поделать, ну, да. Таких, мне кажется, пока 2 смока похватит, у нас, не знаю, у нас же не так много ресурсов. Нам бы, мне кажется, лучше в путешествии, прикинь, на острове сколько можно залутать. И бабуинов найти. Да, но если бабуинов найдем, то они нас могут убить, если честно. Они же агрессивные. Они наши, они мои руки, базуки видели, нет? Они мои базуки, руки видели? Ты они мою базуку видели вообще? Базука. А сколько дождь будет идти проклятый? У нас вся эта серия, это будет дождь гребаный. Ну, я вот еще, так. Знаешь, думал, что, наверное, все нужно будет перенести, вот эти вот все полки, все остальное на другую сторону, чтобы постоянно видеть, что здесь застревает. Да, я тоже об этом думала. Так, давай я приготовлю нам кушец. Да, приготовь. Сейчас женщина на кухне, как говорил мой дед. Бурмя! Котичек, приготовишь нам чего-нибудь вкусненького сегодня? Конечно, котичек, приготовлю тебе лососика. Потому что ты самый лучший и сладкий котик. Рыбу-клоуну приготовлю. Рыбу-клоуна? Да. Потому что я клоун. Потому что ты клоун. Потому что я голум. Потому что ты кисма-дурмисма. Бурмяв-мяв. Ой, я это вслух сказала? Да. То есть хотела сказать мурмисма. Мурмисма, да, мурмисма, все, я понял. Дурмисма. Чего ты сказав? О, дождь закончился. Вот, кстати, слушай, стейк из акулы был 17%, я его приготовила, стал 64%.
Наша теория верна. Ну, видимо, когда их готовишь, там чуть-чуть, ну, типа, ну, из-за того, что он приготовленный, у него, типа, срок годности продляется немножечко. Лобник. Все, держи, котик, ты там кушать хотел? Держи. Смотри, я сейчас кое-что делаю, очень важно. Так, стейки из акулы. О, кайф, моя любимая. Так, и запеченная рыба. Кайф. Прямо с иголкой съел, нормас. О, кис, моё-моё. Так из банок теперь мы можем делать гвозди на наковальне, прикинь. О. Я сам в шоке. Мы теперь... теперь эти банки не бесполезны? Жесть, я сейчас сделаю... Ошалеть. Я сейчас сделаю нам... А, акула. Сейчас ждёшь, тут акула. У меня сломался штык. Нож. Иду, иду помогать, помогать. Убей, убей, убей ее. Я пока переделаю все банки в... Акула, ты обижаешь мою кисочку. Я пока переделаю все банки в металлолом. Почему нельзя сделать, типа, изготовить все? А, тут две акулы. Кот, ты живешь? Да. Нормально, они ты с ними справишься? Они меня просто врасплох застали. Я думала, это баг шейдеров, а это, оказывается, две акулы. Ломает, 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 дай вторую акулу. Я не знаю, типа, я вроде пью. Да что за шейдеры такие поганые-то? Я, прикинь, знаешь, сколько сейчас гвоздей сделал из наших банок? Сколько? 100 гвоздей. Хорош, пыт. В верхний ящик засунул 100 гвоздей. А, не, я могу в нижний, во второй. У меня же все гвозди во втором ящике. О, крыша уже готова, смотри, опа. А, аккуратно было? Соедини. А, ты не соединил, нужно было сначала начать соединение, то, то давай я соединю. А, ну там еще одна крыша. Просто видишь, из-за того, что ты так ее делаешь, она может сломаться. Из-за того, что игра подумает, что она неустойчива. Ее нужно сначала соединить. Да-да, она же может упасть. Так, смотри, не знала, короче. Не знала про такие замудренные. Открой теперь, смотри, открой сундук вот этот центральный, двойную палетку. Ну, пока что не могу я. Когда приедешь, открой двойную палетку, нет. Ты офигеешь от этого секса, что там внутри. Наковальня-то оказывается имба имбищенская. Там металл. Нифига, палетки, вообще полезно. Не палетки эти, которые хваталки. Знаешь, что я там сейчас нашел? Пачку гвоздей. Ну хотя в нынешнем строительстве, наверное, гвозди уже не так полезны. Да кусает, кусает, кусает. А у меня нет этой. Надо сделать себе новую штуку. Сделать, то ну, надо дефаться как-то, да. Ну, а, шалить! Да. Это что за этот мир гвоздей и болтов? Да, круто я постарался. Еще наверху немножко гвоздей, чисто сдача, да? Знаешь, что я на случай всяких дождей по 20-30 тысяч минут, знаешь, что сделаю? Я сейчас возьму и скрафчу еще несколько этих штук с водой. Я так подумал, ну, типа, знаешь, фиг знает, что в этом пусть рафте. Пусть будут, да? Пусть, да, что фиг знает, что может быть, знаешь, типа, в этом рафте. У нас, типа, и пакетов, и пластика достаточно, чтобы скрафтить, ну, там, штук еще вот 6 сделаю. 2 раза больше у нас их будет, норм? Пойду на акулу нападу. Иди, сюда! Иди, пойди, напади на акулу, акула. А ты копишку себе делал? Не добивай, не добивай! Да, зря добила. А, так нет, не зря, я есть хочу. А, нормально, возьми 2 акулевого мяса. Иду за металлом. Че, дать тебе, может, кирку тебе сделать? А, давай, тогда иду обратно. Ломает, ломает какая-то тварь. Барин. Пошла вон отсюда! Хатфу тебе копьем на лицо. Так, Кисма, смотри, что у меня для тебя есть. Давай, давай, давай сюда. Ух ты, вау, примитивное Кайло. Кайло звучит как этот, как ругательство. Да, да, так, и знаешь, что я сейчас сделаю? Сделаю тебе еще, может, топор, чтобы ты еще быстрее добывала деревяшки. Давай, мне кажется, может быть, даже больше будет добываться. Да, давай, держи, вот супер крутой топор, смотри. Все, у меня теперь и кирка, и топоришка, и копьишка, и молоток крутой, сексуальный. Так, хорошо, хорошо, нам нужно этот кухонный стол скрафтить, я думаю. Для твоей женщины? Для моей женщины, да, для моей... Все для моей женщины, кухонный стол для моей женщины, дорогие друзья. Ой, я, правда, все банки потратил. А, тут как раз 2 банки есть, кайф. А мне вот есть еще банки. Не надо еще банки. Ну ты положи их куда-нибудь. Ну не в меня. А можно сделать какую-нибудь палетку с мусором, чтобы я туда скидывала, а оно само сортировалось? Ну, оно само не будет сортироваться, его должен кто-то сортировать, понимаешь, типа. Все, я достала Кайлу. Ошалеть, 6 листов внесу. 6 листов за раз выпало? Серьезно? Уф. Ну у меня вообще и рукой выпадало по 8. А, хочешь лайфхак? Ты когда плывешь, выкидывай их перед собой и подбирай. О, да, кстати, мы когда будем на этих, на островах, мы сможем найти кастрюлю и варить в кастрюле прямо крутую еду. Что происходит? Тебя акула поймала, акула. Шалить, ты бы это видел, я подлетела. Капец, жесть. Да, у меня такое было, это баг, это баг. Мне кажется, это из-за твоих китайских вот этих методов стрёмных. Давай иди из воды уже, у тебя листы металла ценные. Я пытаюсь. Я с акулой разобрался. Я больше не рискую их выкидывать, это было очень страшно. Мне не понравилось. Тебя напугали листы. Я проснулась.
боюсь. Ты, кстати, вот эти зеленые штуки ставь сушиться на другую сторону. Я же специально все убираю с этой стороны, чтобы. А, видеть... от мусора. Да, чтобы видеть, кто что там куда. Нам нужна кастрюля теперь, кот. А для этого нужно отправиться на острова, кот. И тогда у нас будет. Хочу кастрюльку. Ну, будет у тебя кастрюлька. Вот сначала запишем как следует. И на острова. Ну, для этого нужно очень много металла. Металл пока скинь куда-нибудь. Дерьмо. Так, для начала скрафчу-ка я нам штурвал на нашем корабле. Думаю, нашему кораблю нужен штурвал, что думаешь? Да, можно, слушай, можно. Пора бы уже, я думаю. Кот, смотри, смотри, что я сделаю. Сейчас смотри, кот. Сейчас, смотри. Подожди, залью ватер в ватерохранилище. Смотри, кот. Что такое, кот? Что ты сделал? Вау! Я похожа на Джимбея. Так, хорошо, руль пока что не работает, потому что нужно сначала к нему еще скрафтить... Моторчик? А, да, моторчик. Ну смотри, мы уже потихонечку приближаемся ко всему этому дерьму. Отлично, потому что мы с тобой... Дерьмо? Крутые. А, ты крутые, понял. Блин, я бы сама похавала в жизни. Ты бы хочешь попробовать? Мне кажется, в реальной жизни акула, ну, не такая. Что-то мне подсказывает, что она со вкусом говное дерьмо. Что-то мне подсказывает, что она со вкусом рыбы. Ну, акула, наверное, жесткое мясо достаточно. Она все равно нас прослушает. Я уже у чат ГПТ спрашиваю. Так, ну что, чуваки, у нас тут была небольшая техническая трудность. Но мы с ней быстренько. Ну, теперь она забанена. Ну, теперь она забанена, да. Сейчас скрафчу лодку, наверное, скоро уже. И нам останется скрафтить только двигатель и его прокачку. И мы сможем... Звучит очень жестко. На острова сможем достать себе кастрюлю. Кастрюля! И будем кушать вкусную еду. Да, естественно. Все ради еды. Все ради еды. Чтобы, ну, типа, знаете, когда ты уже развиваешься, ты понял, что, типа, ну, все. Безысходность, выйти отсюда никак нельзя. Это, типа, ну, все, что нам осталось, это море. Остаться на острове нельзя, фиг знает почему, потому что острова, ну... Можно хотя бы... А ты бумагу жжешь обычно? Ты всю бумагу не сжигаешь, чтобы 20 сюда оставлять. Что такое? Она меня подлетела опять. Подлетела? Я сейчас спрыгну, подлечу ее. Все. Давай я добью вторую. Погоди, тут доска просто плывет. Я вторую тоже добил. Вообще нормально, мы чисто антиакулины. Биватеры акул. Да, антиакулины. Какие еще акулины? Бакульные. Там ты акулина. Акулина? Это ты? Акулина. Это ты, если была бы акулой, тебя бы звали акулина? Вполне вероятно. Это был бы Аку-Костя. Аку-Костя? Аку-Костя. Звучит как-то очень неприятно. Аку-Костя. Но акулина тоже странненько, знаешь, так сказать. Не, ну акулина звучит плюс-минус норм. Ну получше, чем Аку-Костя, согласна. Да, согласен. Так, хорошо, я скрафтил лодку. Ура! А что, мы теперь на ней плавать можем? А я не знаю, куда ее поставить. А мы потом не просрём свой, типа, этот плотик? Так, размещение будущих доков предполагает свободное пространство в 2 на 3 блока перед ними. Там в дальнейшем будут располагаться лодки. После установки доков потребуется собрать несколько дополнительных элементов. Что? Блин, тут какая-то геометрия сложная, Кисма. Ну ничего, нормально. Не, тут не, не нормально. Ты почитай, что написано. Я вообще не понимаю, что от меня требуется. Разберешься, мой главный инженер нашего корабля. Вам надо будет позвонить Сане, спросить, что требуется вообще от человека. Что надо? Он тут, да, что он тут типа написал. Типа, ну, у Сани есть такая проблема, что он, типа, знаешь, такой, типа, я сделал, разбирайся, типа, знаешь, типа, размещение будущих доков предполагает свободное пространство в 2 на 3 блока. Ну, типа, 2 на 3, ну окей, перед ними. Там в дальнейшем будут располагаться лодки. После установки доков потребуется собрать несколько дополнительных элементов. А каких? Супер загадки, как будто будут... Я пришел в рафт поиграть или, типа, ну, ребусы какие-то порешать жесткие? Типа, я понять не могу. Саня. Саня, ты в порядке? Причем, знаешь, что самое смешное, что Саня, который монтирует этот ролик, и Саня, который, ну, сделал этот режим, это разные Сани. Ну да. Ничего себе. Не, ну ты знала про это, но просто Саня, который будет монтировать, и он не знает, возможно. Так, и он будет думать, что это ко мне обращается, от меня что-то требует, знаешь. Я не делал это, да? Я не делал это, этого я не делал, мне приходится делать это, то, что вы тут наснимали, вот это мне приходится делать. Да. Так, ну я предлагаю, ну я считаю, что за третью серию, благодаря тому, что между сериями немножечко поделал, ну не ладно, немножечко, мы очень хорошо развились. Я думаю, что между третьей и четвертой серией мы тоже немножечко... ну, добываем ресурсов, просто не будем развиваться, что думаешь? Метальчиков. Метальчиков, возможно, просто деревьев, может быть, досок. Потому что, ну... Ну, это просто фарм, режимчик такой. Да, просто мы хотим до островов, в следующих сериях острова уже показать, а для этого нужно, конечно, пофармить. Ну, а на этом пока что все, с вами были Демастер и Акулина. Акулина и Аку-Костя. Нет. Никаких Аку-Костей, пожалуйста, мою смену. Тогда никаких акулин. Акулины и Аку-Костя ходят парой. Ну, акулина звучит хорошо. Ладно, мужики, всем удачи!
Всем подписывайтесь пока. На канал, заходите. Ставьте на лайки. Кристалликс, на Рафт. Может быть, еще успеете поиграть в этот замечательный режим, пока он не обновился так сильно, что мать родная не узнает. А вот потом он обновится и будет, ну, простенько, знаете, типа тут этот... Будет слишком легко. Будет. А если вы настоящий хардкорчик, нужно быстрее успевать. Настоящий мужчина. Настоящий, ну, гига-чат. Женщина. Настоящая женщина. Давай акулу убьем и закончим на этой ноте на серии. Прям жестко. Только акула умирает, сразу серия заканчивается.